Всем привет, друзья! С вами MV921. Смотрим сегодня бой на Lorraine 155-51, французская рота 7 уровня. Наконец-то я выиграл для себя ту ачивку, ради которой все как раз пытаюсь ее добиться. Ну и оказалось, это сложнее, чем на любых других танках, даже чем на мною самых любимых немецких, в кавычках. И это было в этом вот бою. Играл я здесь один. Карта у нас называется «Линия Зигфрида». Заезжаю я, друзья, на А0 квадрат, потому что я его просто обожаю, потому как он позволяет вести огонь. Мало того, вот по этим всем на поле, тут-то, в общем-то, проблем нет, со всех сторон можно по ним вести огонь. Но и в городе очень даже неплохо кидать. Вот во много благодаря вот этому выстрелу дадут мне ачивку, посмотрите только. На 1300 аж в Т-54 пробил, по сути говоря, я, наверное, вверх башни попал, наверное, в командирскую башенку, но других идей нету, прошел максимальный дамаг. Я прямо уже рад, самый первый выстрел, да такой урожайный, то ли еще будет, наверное. И вот эта улица, на которой я сейчас свожусь, прекрасно простреливается благодаря той позиции, на которой я стою. Ну, это раз. Во-вторых, у нас тут союзный светляк светит вражескую артиллерию, я ни медля ни секунды свожусь, до полного сведения жду. Наверняка, чтобы отпускаю. Полетел в чемодан. Все, по адресу он пришелся. Нашелся еще ГВ-тигр вражеский. И наш Т-52 начинает его покусывать. У меня перезарядка секунд 20 тут с лишним. И оп, ничего не остается мне, как дождаться ее до конца. И, по сути говоря, забрать фраг у нашего светляка. Которого можно было бы ему, наверное, отдать. Ну, тем не менее, его сейчас за это еще и уничтожили. Поэтому, ну уж прости, дружище. Кто-то должен кого-то убивать. И вражеского я уже не успею, потому что он сейчас пропадет за света, и я не успеваю зарядиться вовремя, чтобы по нему отработать. Вижу, что на моей улице, на которой я приготовился всех встречать, уже ребята выстрелились, и я стараюсь им всем накидывать. Вообще, при игре на артиллерии больше всего мне мешает такое ощущение, что не упустить бы возможность, и иной раз не дожидаясь либо полного сведения, либо полной уверенности, что попаду, стреляю, лишь бы вот побыстрее произошел цикл перезарядки на следующий снаряд, еще и еще иметь возможность накидывать. Поэтому, возможно, я не самый аккуратный автовод, но я стараюсь как можно больше выкинуть, чем как можно тщательнее. Возможно, в этом моя поспешность и не самое лучшее качество, которое, возможно, вам не стоит брать на вооружение. Но, тем не менее, вижу, Ис-3 выезжает задом, не дожидаясь того, что точно ли он поедет, я кидаю, но, к сожалению, он вперед не дернулся и получил свою долю урона. И сейчас, видите, на карте на J4 стоит 704. Я вижу, что он светится. Я вижу, где он стоит. К тому времени он уже пропал. Я просто куда-то кидаю, думаю, а, кину. И, понимаете, ну... Может быть, он, конечно, там один хп у него был, я без понятия, но я просто вот по мини-карте куда-то там кинул. И вот просто чудесный выстрел. Прямо снайпер недели по моему, собственно, опыту, по моей стрельбе, так это вообще фантастика. Ну, здесь уже все проехали дальше, стрелять неудобно. Перемещаться я пока не тороплюсь, вот вижу 44-ка, вроде бы светится. И есть намек на то, что она будет светиться долго, поэтому я свожусь здесь на нее спокойно, обстоятельно и примерно предугадывая, куда она поедет, кидаю. Но слишком долго сводился, друзья, момент упущен. Вот Е-75 начинают теснить наши, он заезжает туда вот за домик. Ну и вообще, ребята, играйте вы на тяже. И если в вашей команде есть арта, если она вдруг стоит на А0, так вы выгоняйте врагов на арту. Если, конечно, вы не думаете, что и вашего одного там хватит присутствия, чтобы надамажить всей команде. Конечно, нужно использовать артиллерию и вытягивать для нее врагов, и самому при этом дамажить. А как вытягивать? Просто назад тупо отъехать, и враг поедет за вами, думая, что вы засели. Но по правде говоря, вы умнее и гоните его на арту. Как вот сейчас плохо делает Батшат, например. Наоборот, угнал его от арты. А я мог бы ему помочь, даже несмотря на то, что он там на КД. Ну вот, с другой стороны, он тут уедет еще, слава богу, и еще пригодится, сыграет свою роль, поэтому хорошо, что его тут не раздолбили. Вижу я печальку, друзья. Приехала 54-ка, которую я почти всю убил. Но, как оказалось, почти не считается, она по-прежнему жива и уничтожает нашу лорочку. Здесь я пытаюсь попасть, вроде бы смотрю, 54-ка замешкалась, остановилась, но снаряд
летит выше, чем мне нужно. И поэтому я двигаюсь немножко вперед, потому как здесь стою в чистом поле, нужно срочно встать за куст. Вижу деревья, вижу кусты, встаю в них, вот здесь. Все, готов. Свожусь на батчата, потому что по-любому 54-ка пролетит сейчас мимо него. Точнее, это уже даже не она. Но она не она, ребята. Забираю ее одинаково. Довольно метко. Ну и все, по сути. Такой вот быстрый бой. Собственно говоря, чуть ли не блиц. За 5 минут всех раскидали. И до меня, слава богу, никто не доехал. Все, кто остался, это стоит у нас на поле КВ-4 вражеский. Ну вот я еду к нему, собственно, накинуть ему чемоданчик другой. Раз уж он полный. По это время идет захват базы. Ну, в общем, все в порядке. Отыграли нормально. То есть в этом бою удалось мне, оказывается, надамажить больше, чем кто-либо. Точнее как, больше, чем 99% игроков за последнюю неделю. И, собственно, за это ачивку мне и всучили. Чему я был несказанно удивлен и рад. Хотя бой был, пожалуй, не самым великолепным, который мог бы быть. Но был тоже, в общем-то, неплохой и со своими интересными и сказочными выстрелами, типа как по 704 объекту или как полный урон 54. Вот КВ-4 добиваю, пятый фраг, бой на этом закончен. Давайте посмотрим итоги. Двухкратный опыт 3400, это 1700, примерно 30 с лишним там дали обычного. Это играю с премом. Опыт, кстати говоря, ребят, для мастера считается с премом или без, неважно как, по честному, то есть ну, премиального опыта нужно для мастера набрать больше, чем обычно, естественно. Кредитов 5000 серебра. Ну, такой вот бой. Надеюсь, он вам понравился. Большое спасибо за внимание. Большое спасибо, что зашли посмотреть видяшку. Подписывайтесь на канал, вступайте в группу ВКонтакте и пишите свои комментарии. Всем буду рад. Пока-пока. Удачи всем.